Мир один стесняется просто. Там давление. Сейчас там разорвутся. Там давление. Все, я убью. Если честно, это как бы не писать словами. Как бы за ширмой сначала не было видно, сколько болельщиков пришло. Когда выходишь на арену, ну, на сам лед, просто поворачиваешься, и столько много болельщиков. Все скандируют, там, авангард, чьи-то фамилии с плакатами. Блин, честно, вообще, не писать словами, как это круто и как это заряжает. Вот, даже на всю тренировку, на весь сезон. Вообще круто, когда такая поддержка есть. Впечатление только положительное. Это очень круто, когда приходит столько народу. Это пока еще только на тренировку, а что будет, когда будет начнется сезон игры. Очень приятно. Тренера не было особо слышно сегодня, когда там столько народу кричит, поддерживает. Каждый гол, каждый силовой там, они, ребята, кричат. Ой! 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 Либо кто-то грязно играет. Не знаю, он клюшкой вот так просто, да, чё пришёл? Вот, значит, один-двое, и потом приехали сюда на место втроём, отдаём пас в середину центральному, он начинается двигаться, уже вы участвуете, делаете блок, он вбрасывает, идёт давление, и опять играем 5-5. Потихоньку-потихоньку набираем оборот, набираем физическую форму, вот, как бы всё нравится. Понимаю прекрасно систему, как бы в некоторых моментах она схожа как бы с прошлыми тренерами. Как бы, в общем, все круто. Цикл 4 дня. Прошлый уже отработали, сейчас новый цикл. Каждый день выходишь уже на 1% лучше себя чувствуешь. Поэтому все нормально. КамАЗ не дали. Обещали КамАЗ.